Переходим с вами к следующему отелю, который у нас под брендом Барсело. Да? Это отель Барсело Residences Dubai Marina. Это апарт-отель, он находится в районе Дубай-Марина, состоит из 40 этажей. Ну, здесь он даже у нас идет по категории как апарт-отель. Мы ему не присваиваем какую-то звездочку, но в целом он соответствует 4 звездам. Да? У него шикарное расположение, у него удобные номера и, конечно, соотношение цена-качество на ура. Итак, это комплекс апартаментов новой постройки, да, зданию всего лишь 2 года, в 2017 году он был открыт, апарт-отель, да, и здесь мы предлагаем услуги парковки, здесь есть бассейн, есть химчистка, то есть услуги те, которые соответствуют отелю, но в то же время по своему расположению и по номерам он соответствует апарт-отелю. Да? Итак, смотрим с вами по расположению. Видим с вами стрелочка Барсело Residences Dubai Marina. Это зона Dubai Marina, prime location, как мы обычно говорим. Парковка в нем платная. Что здесь удобного, да, нужно тоже гостям передать. Здесь всего лишь 300 метров до пляжа JBR, да, пляж здесь общественный, бесплатный, JBR. В отеле предлагаются пляжные полотенца, но дальше то, что уже на пляже, конечно, там своей зоны нету, зонтики, лежаки мы не предоставляем. Шаттл мы тоже здесь не предоставляем, что важно помнить, да, иногда гости спрашивают, есть ли здесь шаттл, я говорю, что нет, потому что гости ножками буквально за 5-10 минут спокойным шагом доходит до пляжа. Также из плюсов здесь это расположение станции метро Дубай-Марина, буквально 600 метров. Вот, чуть-чуть надо здесь пройти. Соответственно, гости могут посетить все ближайшие достопримечательности самостоятельно. И также есть остановочка трамвая, да, в другую сторону пройти буквально тоже 600-700 метров и можно попутешествовать самим. Соответственно, то, что касается торговых центров, смотровых каких-то площадок, гости у нас посещают их бесплатно. Не бесплатно, самостоятельно, я имею в виду, что нет шаттлов здесь никаких. Вот. И расстояние от аэропорта порядка 30 километров от Аль-Мактум и от аэропорта Дубай. Итак, что касается номеров. В отеле 220 номеров, есть категория студия, да, эти номера находятся на первых этажах, и дальше уже идут апартаменты. Апартаменты есть с одной спальней, с двумя спальнями и есть пентхаус. Давайте покажу вам фотографии, как выглядят апартаменты, немножечко расскажу отличительные особенности одной категории от другой, чтобы также знали, что бронировать, что предлагать своим клиентам. Итак, студия, как я вам говорила, это небольшая комната, да, где все вместе получается, спальная зона, плюс здесь есть небольшая кухня в коридоре и ванная комната. Да. Площадь от 39 квадратных метров, здесь можно разместить двоих взрослых плюс малыш, кровать king size здесь предоставляется, и есть небольшая кухонная зона, в принципе, совсем необходима. Да. Мини-холодильник есть, набор посуды есть, плита есть. Фен, ванные принадлежности здесь предоставляются. Эта категория студии, она обычно идет под запрос, их очень мало, они у нас в основном только в онлайн-продаже есть на нашем сайте Барсело. То, что идет через туроператоров, это уже категории апартаменты. Да, апартаменты с одной спальней, видите на фото, это зона гостиной, да, здесь идет вход уже в кухонную зону и далее спальня. Что здесь важно? Во всех апартаментах есть межкомнатные двери, есть полностью оборудованная ванная комната и в апартаментах с одной спальней, плюс еще есть дополнительная уборная, да, то есть это туалет, раковина, который находится в зоне гостиной. В апартаментах с одной спальней можно разместить два взрослых плюс ребеночек, либо троих взрослых. В кухне газовая плита, что немаловажно, да, потому что я знаю, что наши гости очень любят готовить. Недалеко внизу здания есть небольшой супермаркет, где можно покупать все необходимое. Да. Следующая категория – это апартаменты Superior с одной спальней. Отличие Superior от стандарта – это вид. Да, Superior находится чуть повыше, и у него уже открываются виды получше на Дубай-Марина, на море и на город. Да, здесь также можно разместить два взрослых плюс ребенок, либо троих взрослых. Спальня плюс гостиная, полностью оборудованная кухня есть. Халат и тапочки здесь тоже предоставляются, утюг, гладильная доска, все это есть. И немножечко покажу, как выглядит кухня. Здесь, что важно помнить, что здесь номера могут отличаться по планировке. Да, есть кухни такие немножечко вытянутые, есть кухни более квадратные, но
Экипировка, кухонь, она везде одинаковая, да, то есть у гостей будет газовая плита, у гостей будет холодильник, кофемашина, стиральная машина, кстати, тоже есть на всех, во всех апартаментах, во всех номерах, и, конечно, набор посуды, да, то есть тарелки, вилки, ложки, кастрюльки, чашки, все это есть. Да, и здесь также фото ванной комнаты. Ванная, раковина, туалет есть, шампуни, гели, это все тоже предоставляется. Следующая категория – это апартаменты «Делюкс» с одной спальней. Здесь отличие этого номера в том, что в категории «Делюкс» есть балкон. Да, апартаменты «Делюкс» с одной спальней, они уже с балконом. Да, эти номера тоже находятся повыше. Максимально разместить здесь можно троих взрослых, либо двое взрослых плюс ребеночек. В апартаментах с одной спальней три взрослых, либо два плюс ребенок. Да? Ну и также состоит из спальни плюс гостиной и полностью оборудованной кухни. И есть апартаменты с двумя спальнями, да, в стандартах также есть балкон, то есть во всех категориях с двумя спальнями балконы есть. Апартаменты с двумя спальнями 126 квадратов, они состоят, соответственно, из двух спален. Одна спальня с кроватью king size, вторая спальня с кроватью midwin, две полноценные ванные комнаты и полностью оборудованная кухня. Да? В данном случае обеденный стол попросторнее, побольше, чтобы можно было разместить до 6 человек. Да, здесь максимально можно разместить 4 взрослых плюс 2 деток. Да? То есть в гостиной раскладной диван, кровать есть. Да, в каждой спальне есть телевизор, в гостиной также есть телевизор дополнительный. И апартаменты «Делюкс» с двумя спальнями, они просторнее, у них лучшие виды, 139 квадратов, и в них также есть балкон. Но виды на самом деле потрясающие, особенно на ночной Дубай. Мы когда выходили на террасу, увидели все эти огни зоны Дубай-Марина. Ну, шикарно, конечно, не передать словами. Вот, поэтому для кого советую смотреть эти апартаменты? Для тех гостей, которые хотят располагаться в самом центре Дубая, при этом не хотят, допустим, отель, не хотят быть привязаны к завтраку, обеду и ужину, да, либо хотят хорошие отношения, ценные качества, да, поэтому обратите внимание на этот отель. И также есть категория пентхаус, он находится на верхнем этаже. В пентхаусе также есть обязательно балкон. Здесь уже 330 квадратных метров, 4 спальни, гостиная, это двухэтажный номер. Ну, его, конечно, нужно бронировать заранее, если вы знаете, что у вас есть огромная компания друзей, которые хотят номер пентхаус, то по запросу мы его тоже предлагаем. Что касается территории отеля, общий зон, что здесь предлагается, здесь есть бассейн с регулируемой температурой, соответственно, летом он охлаждается, зимой подогревается, если нужно. Есть детский бассейн и есть джакузи на свежем воздухе. Соответственно, лежаки здесь бесплатные, полотенца для пляжа здесь предоставляются. Да? Также здесь есть тренажерный зал, достаточно хороший, находится в нижней части отеля, да, рядышком с бассейном. И, что немаловажно, на первом этаже находится мини-супермаркет. Как я вам говорила уже до этого, да, немножечко упомянула, что в этом супермаркете есть все необходимое, то есть вода, предметы личной гигиены, какие-то что-то экстренно нужно, закуски какие-то, выбор достаточно большой, да. Плюс также есть сервис, что можно позвонить по телефону, и сотрудники супермаркета доставят в номер то, что нужно, да, там бытовая химия какая-то тоже можно заказать. И также внизу есть небольшой кофешоп, и здесь мы сервируем завтрак, да, что хочу вам здесь отметить, в этом отеле мы предлагаем концепции room only, либо bed and breakfast, то есть максимально это завтраки. Сейчас мы улучшаем зону как раз кофе-шоп, и здесь будет гостям предлагаться завтрак. Завтрак важно отметить здесь по концепции, скажем, больше похож на континентальный завтрак. То есть это, скажем, такой немножечко более компактный шведский стол. Да? Конечно, тут будет большой выбор, небольшой, скажем, будет выбор выпечки, кофе, чай, соки, мюсли, фрукты, это все будет. Но не надо как бы так ожидать, что там будут так ломиться столы от шведского стола. Нет, здесь все-таки такой больше городской отель с достаточно корректным завтраком, прям в здании отеля. Это будет, да. Что здесь еще есть? 6 лифтов, парковка платная, прачечная платная, доступ в интернет бесплатный, в номерах, в зоне лобби это есть.